Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня мы с вами продолжаем обзор проекта MadeChain и поговорим непосредственно более детально о распродаже токенов данного проекта, как она происходит, по каким принципам, то есть стоимость токенов и так далее. Все это мы с вами сегодня обсудим. Давайте начнем прежде с дорожной карты проекта. Само pre-ICO началось еще в первом квартале 2018 года и уже успешно завершилось. А на данный момент проходит непосредственно распродажа токенов, готовится публичная верификация, разработка блокчейна DApps и так далее. А всего же данная дорожная карта рассчитана до 2020 года, до второго квартала, когда планируется полноценный MadeChain релиз. Token Foundation, как видите, распределение токенов происходит следующим образом. Для бизнес девелопмента 2,5%, для Развлечений маркетинга 1,5%, для резервного фонда 1%, и для MadeChain девелопмента и для различных других непосредственно трат также выделено 1%, все остальное выделено непосредственно для распродажи токенов. Всего же распределение средств от распродажи будет проходить следующим образом: 30% на engineering development, 25% операционные расходы, 15% маркетинг, 10% революционные расходы, 10% бизнес-разработки, 5% резервный фонд, 5% легализация и 5% остальные непредвиденные расходы. Как присоединиться к распродаже? Здесь вверху есть такая кнопка, после чего у вас открывается форма для непосредственной регистрации в данном токен-сейле. Здесь проходите регистрацию, указываете свое имя, пароль, подтверждаете пароль, указываете страну и указываете непосредственно размер ваших потенциальных инвестиций. На данном этапе минимальная инвестиция составляет от $10,000. Проходите регистрацию, получаете доступ к личному кабинету и там уже проходите все необходимые действия по инвестициям в данный проект. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели мой обзор. Всего доброго и до новых встреч.